сегодня в Централ Парк, хотим пофотографироваться. У нас, кстати, на улице сегодня так тепло, плюс 27 градусов, вообще очень круто, мы полностью раздеты. Ребята, как вы смотрите на то, что вот такой вот массаж делают на улице? Еще и пристают. Я, допустим, против, чтобы меня прикасались какие-то вонючие нечистые мужские руки. Здесь на площади собралась группа танцоров, просто включили музыку и танцуют. Мне нравится у них стиль. Если вы смотрели фильм «Грязные танцы», старый фильм американский, то очень похоже стиль исполнения танцев. Очень круто, обожаю такие танцы. Сама занималась в детстве. Мы погуляли, проголодались, и сейчас зашли покушать бургеры. Называется место Black Shock. Black Shock? Называется место Black Shack Burger. Нам очень нравится, мы уже как-то здесь были. Очень вкусные бургеры. И приятное место посидеть. У нас сегодня очень классная погода, и мы приехали на ферму. Мы живем в Америке уже 3 года, и первый раз мы добрались до фермы, и сейчас мы будем собирать яблоки. Нам выдали вот такие вот пакетики. Мы находимся в таком яблочном саду. Здесь, кстати, яблок уже практически нет на дереве, и все практически валяются внизу. И народа очень много, поэтому все яблоки собрали. Но мы заплатили за вход. Но нам сказали, если вы не найдете яблок, то в конце они просто нам дадут, потому что у них уже есть готовое в корзине собрано. Так что, ну, чисто для фана, для прикола, просто похотите погулять. Смотрите, сколько яблок гнилых. Точнее, они, наверное, падают и гниют уже на месте. А можно было бы сварить столько компота. А, они варят сидр. Варенье. Apple cider. Мы нашли ряд, где очень много еще осталось яблок на дереве. Прям вот такими вот ветками висят. Меня удивляют эти сорта, такие маленькие деревья и так много яблок. И у меня уже пакетик пополняется. Нереально огромное количество яблок на земле. Я очень надеюсь, что они используют их куда-нибудь. Очень жалко. Мы, кстати, подходили к ларёчку с медом, и там продавали мед в сотах. И одна женщина подошла и говорит: а что это, как это, как это, и вообще мы это едят? Короче, мы так смеялись с них, то есть американцы, они даже не знают некоторые такие обычные для нас вещи. Мы просто удивляемся. Мама.
огромную очередь, заказали себе хот-дог, кукуруза. Здесь, кстати, кукуруза готовится на гриле, горячий яблочный сидр и пончики. Такие красивые. Так что будем сейчас кушать. А, еще панини готовится. Мы уже уехали с фермы и решили рядышком заехать в Outlet. И первый магазин, в который мы хотим зайти, Calvin Klein, у нас есть скидка на него. Так что зайдем, посмотрим, что там. Ребятки, уже третий день, пытаюсь с вами попрощаться. Начала влог снимать еще, по-моему, в воскресенье. А у нас уже среда. И все, никак с вами не попрощаюсь, никак не могу расстаться. Приехала в парк. У нас, посмотрите, какая жара. Я пришла в свое любимое место. Ой, ключ брошу с машины. Пришла в любимое место, приехала, точнее, в парк недалеко от залива. И здесь есть детская площадка с такими качелями. Я так их обожаю. Мы иногда сюда приезжаем с мужем, когда вечером гуляем. Я всегда катаюсь на качелях. И вот сегодня такая жара, я решила, почему я буду сидеть дома. Я сняла, кстати, сегодня первое видео на свой новый канал. Оно выйдет, конечно же, раньше, чем этот влог. Поэтому развлекаю себя как могу. У нас уже скоро начнутся холода, и это последние теплые дни. И, кстати, сегодня даже можно было бы и позагорать, но я снимала видео. Здесь в Америке, кстати, на всех детских площадках мягкое покрытие, чтобы если вдруг даже ребенок и упал, то не поранился. Меня чуть-чуть хватило покататься на качельке, потому что я перед парком пообедала. У меня проблемы с моим вестибулярным аппаратом, поэтому я решила пройтись к водичке. Сейчас я вот на таком пляже. И там уже залив. Очень круто, я просто наслаждаюсь. Я обожаю нью-йоркскую осень. Она просто шикарная. У нас часто на пляже встречаются вот такие вот трупики. Никогда их не видела живых в воде, но смотрятся они мерзко. Ой, я нашла вам уже перевернутого. Здесь их, кстати, очень много. Видимо, был прилив, и они все оказались на берегу. Короче, вот так они выглядят. Скажите, это так стрёмно. Смотрите, вот раз, два, три, четыре, там пять, шесть, семь. Короче, их очень много. Закончила я свою прогулку, нагулялась, надышалась свежим воздухом. Очень люблю это место, люблю сюда приезжать, особенно сейчас осень, какая-то атмосфера совсем даже другая. И на этом я все-таки буду заканчивать свой влог. Надеюсь, это будет последнее, что я сниму, и буду обрабатывать это видео. В ближайшее время вы его сможете увидеть у меня на канале. И скажите, пожалуйста, нравятся ли вам влоги? Я, на самом деле, очень люблю их снимать, и на предыдущем канале моем очень много влогов. Кстати, если вам интересно, то я оставлю ссылку на мой предыдущий канал. Вы сможете туда заглянуть и посмотреть, только не обращайте внимания на качество первых видео. Я только училась. И если вам интересно, пожалуйста, напишите под видео, интересно ли вам смотреть влоги. И я желаю вам всем хорошего настроения, чтобы осенняя хандра не портила вам настроение. И до скорых встреч в новом видео!